схема характеристики свойств атомов элементов по таблице Менделеева. Рассмотрим эту схему. С левой стороны написаны свойства металлов, а с правой стороны рассмотрены свойства неметаллов. Металлы характеризуются способностью отдавать электроны, при этом превращаясь в положительно заряженные ионы, катионы. Вот и рассмотрим натрий. Натрий, знак натрий. Смотрим по таблице это. Порядковый номер 11, атомная масса 23, металл красного цвета, главной подгруппы, значит сильный металл. В, валентность равна единице, по номеру группы смотрим, степень окисления 0 плюс 1. Образуют основные оксиды натрий-2О, гидроксиды натрий-ОН, гидрид натрий-H. Седьмое. Сравнение свойств в группах и периодах. Мы знаем, что сверху вниз металлические свойства усиливаются, следовательно, натрий сильнее лития, но слабее калия. Если возьмем в периодах, то натрий сильнее магния, так как слева направо металлические свойства ослабевают. Продолжение дальше будет. Теперь рассмотрим галогены или неметаллы. Неметаллы характеризуются способностью принимать электроны и при этом превращаться в отрицательно заряженный ион, анион. Рассмотрим хлор. Первое – хлор. Второе – порядковый номер 17, атомная масса 35,5. Неметалл – желтый, следовательно, главная подгруппа седьмой группы. Пятый. В. Валентность равна 7 по номеру группы. Степень окисления равна 0 плюс 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 минус 1. Шестое. Оксид кислотный хлор 2О7. Кислота хлорная H-хлор-О4. Сильная кислота. Кислота соляная H-хлор. Седьмое. Сравнение свойств в группах и периодах. Фтор сильнее хлора, хлор сильнее брома. Хлор сильнее серы и сильнее аргона, потому что аргон – инертный газ. Восьмое. Строение электронной формулы натрия. Натрий имеет 11 электронов, 11 протонов, нейтронов 12, атомная масса 23. Энергетические уровни рассматриваем. 1С2, 2С2, 2П6, 3С1. Валентные электроны 2П6, 3С1. Рассмотрим энергетическую ось. По энергии 1С2 ниже и меньше энергия. Более энергетически выше расположены 2С2 и 2П6. И дальше 3С1 имеет один неспаренный электрон и может его отдавать, превращаясь в ион. Теперь посмотрим девятый S-элемент. Окрашен в красный цвет S, потому что 3S1 отдает S-электрон. Теперь посмотрим хлор. Восьмое строение электронной формулы хлора. Хлор имеет 17 электронов, протонов тоже 17, нейтронов 18, атомная масса 35,5. Теперь рассмотрим энергетическую формулу. 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П5. Валентные электроны 3С2, 3П5. Рассмотрим энергетическую ось. 1С2 ниже всех расположена, следовательно, энергия обладает самой меньшей. 2С2 выше расположена энергетически. 2П6 еще выше. 3С2
и 3P5 выше всех. Энергии обладает самой большой. Валентные электроны 3s2 и 3p5. Свободный электрон 1. Он его может отдавать, а может один принимать. 9. P-элемент, потому что отдает или принимает на P под уровнем.